Так, человек с никнеймом Ганжижка. Через «ы». Спасибо большое за донат. На запись «Гоу». «Гоу». Погнали. Ой. А, кстати говоря. Behold the horrors, they lurk beneath the shadows of remorse. You wouldn't know, of course, but I force a new judgment day. On this day you will repay your respects to all that may lurk in between your mind and mankind. So have a seat and be afraid. Блин, ну это для игры, по идее, да, какое-то музло? Хорошо, что вот эта штука, типа, умная, типа, она на музыке ее нет. Но здесь и нечего, типа, собственно, особо еще сильнее давить. То есть я, если честно, я сперва подумал, что у меня вот эта опция, типа, включена, которая для просмотра разговорных видео. И что из-за этого все так передавлено просто звучит, что полная жопа. Оказалось, нихера. Оказалось, что эта функция, ну, судя по всему, на музыкальных видео-то ее и нет. Как минимум, этот трек просто так звучит. РМС, не знаю, минус плюс два. Страшно громкие треки. Так, походу, давайте возвращаться к нейросетям, ребята. Нейросети слушают. Нейросетевые песни. Хорошо. Это прям жесть, вообще жопа. Behold the terrors, you won't believe what I have done to you. I've made it look brand new, oh how cute, but don't digress. I'm the ringmaster, you see, in this horror game you flee. I took a creepy shadow, believe me, now have a seat and grab your light. Tears begin to run, you try, but dark thoughts are the ones I give myself. The answer may, our courtesy remains. So we offer you our darkest passion. Take off that blindfold, the heels, and reveal your soul. That I was left behind. All this torture will unwind. I was never all that kind. If you were to rewind, then you would find I was left behind. Take all turns to run and hide. You dare bring your filth into my lair? Well then, let us descend. У меня, честно, не вызывает эмоций врать не буду. То есть настолько пластиковое, просто плоское звучание, что. Stop holding back for me. Они сделали нас выглядящими как клоуны. Кто? Кто, блин? Звукорежиссеры? They made us make. Звукорежиссеры просто аранжировщики этой композиции. Просто жесть. Your tears divine, you'll now be mine.
бахнули на запись. Спасибо большое, честно. Типа, ну, это передавленные такие, типа, записи. Я не понимаю кайфа их слушать особо. То есть они на любой громкости звучат просто громко. И, ну и все. Ты не наслаждаешься музлом.